А какое святое случилось? Так Лера на предыдущем стриме это лицо свое показало, понимаешь? И подписчики решили, сегодня день святой Леры. Нельзя сегодня с палками вообще в руках ходить. Убери, убери отсюда, убери давай быстро. Сегодня нельзя людей избивать чпуньк палками вообще. Ну так не сегодня, значит завтра. Ну вот и все, вот завтра можешь продолжить их избивать палками, а сегодня нет. Сегодня не разрешено чпунь. А сегодня священный день, и свою палку на меня даже не доставай, вот этот чпунь. И даже не думайте свои палки доставать, хорошо, чпунь? Сегодня священный день. Ты понимаешь, еще одно подобное вот это вот дело, и мне будет плевать на священный день, и как бы уже пострадает другое очко. Сегодня в священный день никакой из всех присутствующих в этой комнате очков не должно пострадать, чпуньк. Но я говорю, мне будет плевать, он священный или не священный. Я его потом сам водой освящу. Чпуньк, дай палку, дай сюда палку. Я сейчас этого карася сам изобью и даже и не посмотрю на то, что сегодня священный день, карась. Наши зоопарки самые безопасные. Палки мы не выдаем, и животным драться запрещено. Да иди ты в пень. Достал! Вот честно, вот достал со своими палками! Достал просто!